time for the vehicle. Please take your seats. Восстановление, профилактика, качественное топливо и, в принципе, все, у вас проблем не будет. Ну, вот еще, конечно, есть фильтры. Фильтры, конечно, тоже забиваются, очень тоненькие там ячейки, фильтры, естественно. И поэтому, конечно, грязное топливо может их залить. И такое бывает, на самом деле, на практике. И компьютер выдает часто, что фильтр забился, надо поменять. Ну, вот у меня вот как раз, так сказать, клич из Петропавловска-Камчатского от Виталия Анатольевича. Паджеро Ио 2002 года, пробег 198 тысяч. Drive safe. Набор из 4 очищающих присадок, да? Супротека Профим. Присадкой доволен. Перестали плавать обороты, тише стал работать двигатель, машина стала резвее, незначительно снизился расход топлива. То есть вот это человек попробовал. Ну вот, Юрий, в принципе, как вы сказали, обязательно нужно все попробовать самому. Естественно, да, чаще всего люди не очень доверяют, да, считают, что это все рекламная кампания, и за этим мало что стоит. На самом деле не так, те, кто уже столкнулись с этими проблемами, я думаю, они нормально воспринимают эту информацию. И я вам скажу, что даже производители, многие, когда знают, что автомобиль идет, допустим, из Германии в Россию, они рекомендуют сразу же использовать присадки в топливо, иначе они не гарантируют тот ресурс, который у них там в мануале забит. Поэтому это абсолютно нормальный подход, да, знаешь, качество топлива. У нас уже появляется хорошее топливо, у нас появляются новые НБЗ, которые построены уже по новым технологиям. И они, наверное, приближаются, может, даже такого же качества, как европейское топливо. Но, тем не менее, большая часть топлива еще остается низкого качества. Поэтому, да, если вы хотите сберечь свой автомобиль, надо обязательно использовать, мыть свой автомобиль, использовать мыть топливную систему и использовать составы для восстановления топливных насосов высокого давления. То есть подкладывать себе салон. Да. Сергей Михайлович, вот давайте подложим действительно соломку и расскажем, где все это можно прочитать, услышать и даже поговорить, спросить просто у людей в неторопливой обстановке. Я приглашаю наших подписчиков 8-800-200-661 задать свои вопросы, животрепещущие, которые касаются того, что что-то поправляется в работе вашего двигателя, топливная аппаратура есть. Либо уже начинает поджирать топливо, что вам не нравится, или масло, не дай бог. Вот, звоните по этому телефону, а на сайте Запротек есть необходимая для этого информация. У вас есть продукты, потому что такие продукты не узнать, для чего предназначены. Также можно инструкцию прочитать, как важно его использовать. Самое главное, есть места продаж в каждом регионе, по всей России. У нас есть наши 70 центров, торговых точках, во многих наша продукция выставлена. И я хочу еще сказать, что у нас появилась новинка сейчас. Это вот как раз присадка постоянного использования аккумулятора для коммерческого транспорта. Если у нас основной продукт это длинный флакон по 50 мл из расчета 1 литр на литр топлива, то здесь этот флакон уже на 500 мл данной присадки для дизельного. Естественно, двигатели. Это позволяет как раз тем, кто зарабатывает на перевозках всевозможных, сэкономить топливо и самое главное, сохранить дорогостоящую аппаратуру, которая очень тяжело будет восстанавливать, тем более покупать ее. Вот это такая новинка, что есть коммерческий транспорт, потом запрашивают, когда мы можем сделать, чтобы для нас большой плюс сделать с удовольствием. Быстро, опять же, я сказал, Сан Саныч, очень часто реклама обращается в разделе на сайте, бака, сатана, все остальное, ни в коем случае. Вся химия подобрана таким образом, что не поднимается дна, и отложения, она не испаряет их изо всех сил. Вот, и поэтому как раз она безопасна абсолютно. Также могу сказать, что, конечно, есть еще вопрос такой, а нельзя ли там передозировать, например, да, у меня 45 бак, например, что там, а флакон 50, что будет, если я налью 50 миллилитров, как я отмерю, никаких проблем нет. У меня в бак 79 миллилитров, я заливаю сразу флакона дизельного места и катаюсь, и могу сказать точно, что как только я уже пускаю специально один или два бака не заправляю, на втором работе дизельного он не так тянет, не так приемистый уже, как только я заливаю присадочку нашу великолепную через дверь, едет на самом высоком такая расходная постоянно 10-12% он экономит даже в этом режиме.
автомобилях. А здесь мы обходимся как-то одной. Потому что, да, действительно надо сказать, что наши дизельные топлива на территории России не всегда соответствуют стандарту, что показывают неоднократно всякие независимые тесты. Это вы очень мягко сказали, не всегда соответствуют стандарту. Почему это еще исказило неизнашивание, просто если ингибитор коррозии очень хорошо помогает, защищает от коррозии. Да, да, вот я про это и говорю. И о коррозии, о том, как бороться не только с этим, но и с другими напастями наших двигателей после большой паузы. В это воскресенье утром хочу все знать. В 9 утра для интеллектуальной разминки проведем несколько раундов интеллектуальной викторины 60 секунд. В 9.30 выясним, как можно сфотографировать галактику, если ты находишься в ней. В 10 утра будем решать олимпиадные задачи по русскому языку. Является ли хлеб частью здорового питания растущего организма? Получим ответ на этот вопрос в 11 утра. В 11.30 выясним, сколько весит воздух в комнате. И в полдень нас ждет тема «Дворцовые перевороты. Эпоха Екатерины I» в рубрике «История России». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям». С 9 утра. Как доставщик наших природных минералов.
композиция минералов способна восстанавливать, и то, что произошло там с восстановлением и полным отсутствием износа, с полной безызносностью шахтных вагонеток, там и подшипники, и колесные пары, и вот это с тех пор люди поняли, и ученые, что есть определенные композиции, которые способны это делать. Вот мы их нашли, мы занимаемся уже этим, вот я занимаюсь 30 лет, в 97 году я на эту же тему защитил диссертацию, вот, и 12 лет был начальником научно-исследовательской лаборатории дизельных двигателей, и мы их исследовали вдоль и поперек всеми средствами диагностики, и безразборными, и с разборными, вообще серьезная широкая база у нас была. И мы выяснили, что реально, да, вот этот состав, попадая в зону трения, он способен не сразу, конечно, а постепенно в процессе штатной работы, то есть обычной нормальной работы, без всяких специальных режимов, способен восстанавливать. То есть ни одно масло, ни одна присадка, есть присадки, которые действительно снижают хорошо коэффициент трения. Есть присадки, которые очень хорошо противозадержно работают при высоких нагрузках, там масло держит просто очень хорошо. Но никто, ни одна из этих присадок, ни одно масло супер гениально не способно восстанавливать. Наши триботехнические составы способны восстановить практически уже там зазоры, частично зазоры, частично еще масло, восстановить компрессию, восстановить характеристики двигателя. И не только это цилиндропоршневая группа, это и направляющая штакового клапана, это шестеренчатый насос, это распредвал, это подшипники коленчатого вала, шейки. Практически везде мы восстанавливаем нормальное давление, улучшается охлаждение, восстанавливается процесс сгорания, восстанавливается мощность, приемистость, снижается токсичность отработавших газов. Поэтому весь процесс восстановления, он практически происходит. Если, конечно, двигатель не убит, если он убит, то мы не способны ничего уже сделать, потому что нет условий. Вообще Супротек работает там, где есть проблема, есть нагрузки, есть температура, есть износ, вот он нивелирует этот износ. Это не только двигатель внутри сгорания, это еще и коробка. И напоминаю, у нас начинается новогодняя елка скидок, где-то 20%. Аттракцион неслыханной щедрости, вот, я бы сказал. Совершенно верно, да. Ну а по паролю Супротек всегда автоасса маяк, вы можете по дисконтной карте нашей покупать нашу продукцию с 10% скидкой. И также напоминаю, что вы можете всегда позвонить по телефону 8 800 200 0661, 8 800 200 0661, и получить исчерпывающие ответы на ваши вопросы, которые касаются ваших проблем с вашим автомобилем. На сайте также есть подборщик по проблеме. Там, не дай бог, стучат гидрокомпенсаторы, повышенный расход масла на угар, да, или повышенный расход топлива. Также можете узнать, как правильно, чем воспользоваться, для того, чтобы эту проблему разрешить. Вот у меня вопрос, почему только... Dear passengers, а где елочка, а где мандаринчик, а где запах шоколада? Я неудовлетворенный потребитель. Конечно, микроба мы убиваем, но я его не вижу. А вот запах хотелось бы новогодний. Пан Саш, для этого есть ароматизатор. У нас тоже есть прекрасный ароматизатор. VIP уровня, да, вы можете его купить.
и морозилизатор повесить, будет очень вкусный парфюм. Но все равно шоколад лучше потреблять внутрь, чем им дышать. А эндокалин для просто-легочной системы очень хорошо помогает, облегчает дыхание. Позаботьтесь, дорогие друзья, о своем здоровье, здоровье своих близких и о здоровье своего автомобиля, который нас и наших близких возит. Спасибо огромное, друзья. Встретимся снова. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. В Москве 7 вечера. Россия планирует перейти на автоматическое оказание большинства государственных услуг. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международной онлайн-конференции. В частности, при рождении ребенка алгоритмы и системы должны были сами оформить необходимые справки и документы, в том числе на выдачу мат-капитала. Отдельно Владимир Путин коснулся развития технологий в Москве, являющейся лидером в данной области среди других регионов. Нам не только перемен наши цели, также должны соответствовать невиданному прежде масштабу, содержанию и скорости технологического развития. В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны и России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. Реализация наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические задетки. Я уже вот об этом упоминал. Использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ для технологических и научных работок, для их продукции и создается громадный рынок. И нам нужно развивать внутренний рынок обязательно. Масштабный спрос со стороны отраслей экономики и социальной сферы. Причем миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод. Электронный формат фактически тех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически по факту возникновения жизненной ситуации у человека. Так называемым проактивным режимом. Например, тебе рождается ребенок, то алгоритмы, системы сами оформят необходимые справки, документы, в том числе на выдачу, кстати говоря, материнского. По словам президента, искусственный интеллект — это не хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится и пройдет, и речь идет не о том, чтобы освоить выделенные средства и закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Владимир Путин отметил, что мировая история знает немало случаев, когда крупные глобальные корпорации и даже страны проспали технологический рывок и были сметены с исторической сцены. Нехватка 26 онкологических препаратов отмечается в России в последние месяцы, об этом заявил вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в Доме правительства. Не могу обойти тему, которая связана с публикациями и запросами на правительство Российской Федерации о ситуации с обеспечением онкопрепаратами. Вы знаете, что в начале этого года председатель правительства по этой теме проводил соответствующие совещания и был реализован ряд мер, но тем не менее они оказались недостаточными и в последние месяцы была установлена дефектура, а именно недостаток отдельных лекарственных средств в обороте. Таких онкопрепаратов мы насчитали 26. И, собственно, исходя из ситуации и обращениями пациентов и благотворительных организаций, мы создали на площадке правительства специальную рабочую группу, куда входят представители Минздрава, Минпромторга, антимонопольной службы Росздравнадзора, Федерального казначейства и таможенной службы, а также экспертов для того, чтобы провести детальный анализ по этим 26 онкопрепаратам и принять надлежащие меры по их обеспечению в обращении. По ее словам, там, где объемов производства и ввода в гражданский оборот было недостаточно, чтобы удовлетворить потребность, Министерством промышленности и торговли проведены переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств. Благодаря этому будет увеличен объем производства аспарагиназы, адауна, рубицина, будет увеличен ввоз в Россию бусульфана, кладрибина, метоксантрона.
одобрил снижение до 0,5% к закрытию предыдущей сессии, достигал 89 рублей 98 копеек, как оно свидетельствует данные площадки. В последний раз курс евро находился ниже 90 рублей 26 ноября. Доллар торговался по 74 рубля 13 копеек, это 4 десятые со знаком минус от процента. Стоимость февральского фьючерса на нефтемарке Brent на бирже в Лондоне повышалась на 1% до 49 долларов 26 центов за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,9% до 46 долларов 26 центов за бочку. Самолеты на Сейшельские острова. Это следует из приказа Росавиации. Авиакомпания сможет осуществлять полеты на острова 7 раз в неделю. На данный момент полеты на Сейшелы российскими компаниями не осуществляются. Всего Росавиация выдала авиакомпаниям допуск на 148 маршрутов. Среди них разрешение из регионов и Москвы в Танзанию для авиакомпании Азур Эйр, а также из столицы в Танзанию для Нордвинд. Танзания. We arrived at our destination. Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Thank you for traveling with us. Египет, Арабские Эмираты, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, а также на Мальдивы, Кубы и Сейшелы. Официальные курсы валют: доллар 74 рубля 25 копеек, евро 90 рублей 26 копеек. Больше новостей, радиоэфиров и подкастов на платформе «Смотрим» доступны на сайтах «Смотрим.ру» и «Смотрим.рф». Погода. По данным центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, ночью около 0, днем до плюс 2, в Москве солнечно. Ночью минус 4, минус 6, днем минус 2, минус 5. В российской столице 3 градуса ниже 0. Чтобы покупать дешевые вещи. Меня только муж спасает, говорит: Рита, прекрати. Все сразу. Эх, вырвали из контекста фразу. Мне муж говорит: прекрати завидовать. Вот что обычно он мне говорит, когда я начинаю кому-то завидовать. Но это, кстати, хорошее, действенное, резкое и отрезвляющее чувство. Приветствую вас, это программа «Все сразу». Я ведущая Рита Трофанова. И как вот та же самая Морозова, кстати, Диала говорила: ой, девочки, держите меня. В Москве или вообще онлайн для всей России наконец-то проведут образовательный фестиваль о мужчинах и о маскулинности. Moscow Male Fest 2020. Судя по всему, я с двумя организаторами хотела бы пообщаться. Это Ирина Изотова и Лола Дагаева, организаторы Moscow Male Fest. Очень много вопросов, и ироничных, и прямых, и надеюсь на такие же ответы. Девушки, здравствуйте, вы в эфире «Маяка», надеюсь на хорошую связь. И, приветствую вас, алло. Привет. Да, ну круто, потому что когда связь пропадает, тогда будем извиняться, ставить песни и продолжать вновь эфир. Ирина Изотова, Лола Дагаева, организаторы Moscow Male Fest. Девчата, а что это такое вообще? Это для мужчин, о мужчинах, для женщин, которые втихаря будут регистрироваться. Это ведь онлайн-фестиваль, правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. Фестиваль онлайн, и он для всех. Всех, кто интересуется, что происходит с мужчинами, а это и мужчины, и женщины. Поэтому могут откровенно, открыто просто заходить и смотреть онлайн. А давайте сразу, когда он начинается, где регистрироваться, и дальше подробности, мы самое интересное мы озвучим. Начинается завтра, 12 в Москве, заканчивается 8:30 вечера по Москве. У нас на сайте есть ссылка на YouTube, уже выложена. Можно пройти, зарегистрироваться и получить ссылку по почте. А потом просто по ней пройти. А сайт у нас moscowmailfest.ru. moscowmailfest.ru. Уверена, что это и на русском можно писать, на английском, там этот поисковик все найдет. Так, это мы поняли. Что вы приготовили для своих посетителей и слушателей курса или фестиваля? Да, как это будет? Как образовательный или edutainment? Этот самый популярный формат, когда развлекаешь и образовываешь одновременно. Ну, у нас будет все. Это edutainment, у нас будет дискуссии, тест-выступление в специалистов. Вот, у нас будет стендап, в конце Гриша Туманов расскажет про то, что такое быть современным мужчиной, успешным. Ага. Вот. И, конечно же, интерактив будет со зрителями, то есть нужно приходить посмотреть.
посетители ваших сайтов и мастер-классов. Это все-таки вот как, ну, наверное, сужать, да, для мужчин только или для широкой, да, аудитории, для широкого посетителей. Поэтому иди, но больше ориентирован на мужчин все-таки, правда, фестиваль? Конечно, больше на мужчин. Мастерки про то, что у деятеля нет гендера. Поэтому мужчин у нас будет учиться и кулинарному мастерству, и тому, как сделать там из какой-то жестянки очень полезную вещь. Вот. И про то, как почему полезно заниматься боксом, и это интеллектуальная задача в первую очередь, а не игра мускулами. То есть рассказывают про то, что деятельность, она не по гендеру. Можно заниматься чем угодно, если ты мужчина. Ну, в том числе, да, нужно просто вполне зайти и посмотреть, как это все делается. Мастерские подготовили наши партнеры, друзья, понятно. Парни готовили, да, этот фестиваль? То есть вы, как две дамы, конечно, представляете, это очень хорошо, это очень, ну, дружелюбно с вашей стороны. Но здесь никто никого никому не противопоставляет. Единственное, у нас в России, судя по всему, мужчины либо очень такие суровые, как челябинские, да, мужики, как жмут гинекологу руку, когда рождаются, либо какие-то такие фифы, которые вот сейчас городские парни ходят без носков зимой и одеваются странно, да? То есть чего-то среднего пока мы не сформировали? Или уже мы на пути к этому? Ну, завтра мы как раз об этом будем весь день говорить, о том, что такое современный мужчина, и что такое современный мускулизм и так далее. А мы готовили программу, исходя из основного качества предыдущего нашего фестиваля. Я еще, конечно, в первую очередь, женским проблемам. Но завтра мы будем готовить фестиваль, выступать и, соответственно, скорее всего, все вопросы будут решить. Да, абсолютно. Мы не хотим там за них решить, что им делать, что им думать и какими им быть. Так что все мужчины будут на самом деле рулить процессом. Поэтому мы зовем всех. Да. И мускулинность — это не только внешность или какая-то одежда, правильно? Это еще отношение к отцовству, видимо, к хозяйству, да? Вот такие современные вещи, которые сейчас, поскольку женщина тоже много работает и занята, да? Тоже иногда, ну, перепадает парням этим заниматься. И как-то вот когда ты в себе комфорта не видишь, то ты и не сидишь детенышем дома, правильно? Да, как-то в этот... Говорить о том, что вам отцовство, вообще, когда программа составлялась, собрались... И 3 часа их пытали практически как интервью психотерапевту, потому что мужчинам, они как-то не приучены говорить о своих проблемах. Они очень долго терпят, поэтому 3 четверти самоубийств у нас приходится на мужчин, а потом в окно выходит, потому что к психологу пойти. И если вам нравится на 10-12 лет раньше, как в России, например, или на 5 лет раньше, как в Евросоюзе. Поэтому завтра мы как раз попробуем заставить мужчин наконец-то говорить, потому что все-таки проблема женская кожа, она на поверхности, про нее говорят довольно много, и очень много фактов, завтра проблема дискриминации мужчин. Сегодня стало известно, что журналист Илья Азар подал жалобу в ЕСПЧ о том, что как раз пожалуйста на то, что его содержали. Не дают декрет отпуск? Да. Несмотря на то, что он отец еще. Он отец. Говорить не хотел, потому что у нас разные истории с мужчинами. По миру, где Европы и России обращаются к своим людям, если планируют по полу. Вот завтра будем разбираться, есть дискриминация, представила ли она вообще откуда женская дискриминация, и что же тогда делать, потому что, конечно, в жизни есть проблема о том, почему мужчины чаще болеют и умирают, почему они болеют, все это говорит о своих болячках, о потомстве, если там все вкуплены. Можно ли вообще говорить о том, что... Dear passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Это очень важная, очень большая тема. И можно еще раз мы напомним нашим слушателям, вдруг кто-то заинтересуется. Я думаю, что это инкогнито можно как-то посетить под там, ником Мистер Икс. Зарегистрироваться 4 декабря в 12 часов открывается Moscow Male Fest. Фестиваль для мужчин. 4 декабря. 5-го. 4-го или 5-го? Просто 5-го. Завтра, 5 декабря, чтобы было
Monster.ru, там уже вывешена ссылочка на YouTube, завтра можно смотреть, мы очень надеемся. Окей, спасибо, девчонки, простите, да, в датах чуть-чуть запуталась, потому что у меня здесь верстка программы. 4 декабря, я думаю, господи, что ж 4, тогда 5 декабря в 12 часов, и весь день приглашаем наших мужчин и наших женщин. Спасибо вам огромное, и надеюсь, по итогам фестиваля мы с вами еще раз встретимся. На программе все сразу. Все сразу. Программа «Все сразу». И мы не раз с нашими друзьями из «Союзмультфильма» связываемся по телефону, освещаем их события, мероприятия, даты. И это удивительное событие, которое сейчас мы обсудим. Это выставка, которая открывается в Санкт-Петербурге к столетию Леонида Шварцмана. И самое удивительное, волшебное, потрясающее то, что Леонид Шварцман, ему в августе этого года, 20-го, исполнилось 100 лет. И я просто даже... Только добро, цветы, даже не комментирую возраст и ситуацию. Я надеюсь, он в очень укромном месте слушает нас или следит за тем, что происходит в мире. И об этой выставке хотелось бы поговорить с нашей гостьей Мариной Малыгиной, пресс-секретарем киностудии «Союзмультфильм». А, Марина, приветствую вас. Да, добрый день. Санкт-Петербург. Только сегодня какие-то телеграммы молнии, у вас там все закрывается, вплоть до пышечных вот этих ваших блинных каких-то, не пойми, странные названия. Что с выставками? Вы все-таки будете открываться или все это онлайн переходит? Ну, выставка уже открыта, и мы надеемся, что все дойдет до Петербург-центра и посмотреть ее. Но, к сожалению, если в Санкт-Петербурге все закроется, то мы также будем вынуждены приостановить эту экспозицию, что очень жаль. Но есть онлайн-версия этой выставки, сайт «Шварцман.ру», где представлен тоже такой подробный рассказ о мультфильме Леонида Шварцмана. То есть там каждый мультфильм, на него можно нажать, увидеть инфографику о его создателях, о какие-то интересные факты из истории создания, фотографии, таймлайн. А еще раз адрес напомни, пожалуйста, так почетче. Шварцман.ру. Ну, так, для, вот поскольку у меня вот такая возможность, и микрофон, может быть, сильнее, так громче звучит, но начиная с 1952 года, «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Пес и кот», «Снежная королева», дальше, «Сказка про чужие краски», «Заповедник», «Дядя Степа милиционер», «Портрет», ребята, я вот до конца этой программы буду перечислять мультфильмы Шварцмана. Это гений. И Чебурашка, боже мой. Ну, то есть тут нет слов, а удав и наши обезьяны, помните, которые 38 попугаев? Ну нет, это невозможно все перечислить. А расскажите тем, кто, ну, к сожалению, по той или иной причине до 11 декабря не сможет посетить. Что вы там представляете? Там, как это все выглядит? Да, ну это такая камерная экспозиция. Вообще наша выставка, она как, ее можно как посмотреть в интернете, так прийти туда и увидеть, во-первых, конечно же, из кукольных мультфильмов Леонида Шварцмана, который принимал участие Леонид Шварцман, это и Мурашка, и Сыщик Попугаев, и также можно там посмотреть эскизы к его мультфильмам. Да, там более 60 собрано различных иллюстраций, да, то есть можно посмотреть, как создавал Чебурашку, Котенка Гава, потерялась внучка, Золотая антилопа, Снежная королева. То есть, да, вы действительно перечислили, и удивительно, что один человек создал или принимал... Такие разные. Да. И кукольные, рисованные. Да, и образ Чебурашки, который мы знаем, вот этот вот с ушами, с большими, это штука именно Леонида Шварцмана, который... Там двигая уши пониже, повыше. Там, пока он не пришел вот к такому золотому течению, да, в шее, глаз, хвоста, пока он не остановился, и мы не увидели вот этого самого Чебурашку. Потому на выставке можно и будет и посмотреть вот этот первоначальный эскиз. Первоначальный эскиз Чебурашки. И еще интересно, что там будет. Там будет такой медиа-объект,
вот если говорить о современных технологиях, которые мы сделали вместе с научным институтом НИКСИ и Геннадием Горьковым, это такая голограмма «Домик Чебурашки», то есть такой маленький построен домик, в который можно заглянуть и там и увидеть сцены из жизни Чебурашки и крокодила Гена. То есть там такие вот забавные диалоги между ними, крокодил Гена. Ну, такая интересная. Ну, да, и взрослым, и детям. Это наша история, наша жизнь. А скажите, Марина, а вот вы, ну, когда открывали выставку, вообще связывались с маэстро? Как он вообще себя чувствует? И вообще, ну, просто столетний человек, хотя недавно вот, директор, ну, президент, да, Пушкинского музея, тоже, ну, в общем, я не знаю, как об этом говорить, просто это цифры не для понимания, необъятные. Как он себя чувствует, поживает, и вообще вы ему как-то с ним контачили, рассказывали, что происходит? Да, конечно, Леонид Данилович в выставке, он принимал участие в ее создании, ему показывают концерты и так далее. Леонид Арнольдович вообще уникальный человек, поэтому мы его поздравляли со столетием в августе, устраивали ему перформанс с пением детского хора под его балконом. Вот, ну да, все-таки мастера не хотелось. Да, мастера не хотелось просить выйти, но мы пели у него под балконом вместе с детьми. Вот. Да. Действительно потрясающе, что действительно говорят, что аниматоры вообще часто живут долго, может быть, потому что они часто соприкасаются с этим миром детства, вот, и остаются детства внутри детьми. И Леонид Арнольдович говорит, что лет очень живой, человек живой ум, который до сих пор способен что-то придумывать. Он по мере возможности ходит по прогулке. Марин, ну если будет возможность, передадите привет от нашей всей огромной страны, аудитории «Маяка», что мы в восторге, а как если кто-то заглянет в Википедию на страницу Леонида Ароновича, то увидит фотографию трехлетней давности, правда, когда мы вручали премию, да, президент, и как искренне и счастливо улыбается наш президент, фотографируясь рядом с Леонидом Шварцманом. Ну что ж, огромный привет, спасибо вам за эту историю. Если будет она дольше, эта выставка, проходить в интернете, вы нам сообщайте дополнительно. Ну а так, удачи вашей выставке, и искренне надеемся на то, что после пандемии все встретимся, обнимемся и поздравим маэстро со 120-летием, как обычно у них же принято, до 120 жить, да? Ну что ж, спасибо огромное и до новых встреч в эфире. Я не знаю, знакома лично с маэстро Лобковским, но вот мне действительно повезло.
повезло, мы живем прямо в соседних подъездах. У него, правда, во двор выходит окна, а у меня чуть-чуть так на улице. Но он действительно лихой, да, у нас и специалист, и такой успешный очень автор. Он действительно и лихой специалист, как вы говорите, успешный автор. И на самом деле я удивлена цифрами, которые вы сейчас привели, потому что 100 тысяч вы назвали, да, продано на Озоне. На самом деле, поскольку я литературный обозреватель Forbes и тот самый человек, который каждый год считает самые продаваемые книги года, могу точно сказать, что в 2017 году, когда книга вышла, она была на первом месте среди самых продаваемых нон-фикшн книг, и уже тогда было продано более 200 тысяч. То есть это какие-то устаревшие данные? Ну, на самом деле нет. Озон ведь дает данные только о книгах, купленных, о книгах, купленных на Озоне. А тогда, в 2017-м, вот мы, например, Forbes считаем новинки, вышедшие в этом году, да, тогда, в 2017 году, считаем продажи за год. Но могу точно сказать, что в 2018-м книга снова была на первом месте по продажам среди нон-фикшн. Просто она уже не вошла в рейтинг Forbes, потому что была как бы прошлогодней, да, но действительно держалась. И в прошлом году, когда я составляла рейтинг, данные были огромны. То есть Лобковский и правда популярен, подтверждаю, не только на Озоне. Я даже могу сказать, что на Озоне как-то маловато покупают. Видимо, все ушли в лабиринт на сайте издательства «Книжный магазин». То, что книга Лобковского «Хочу и буду» очень востребована и, наверное, прежде всего читательницами, это точно. Наташ, ну как вы думаете, ваши профессиональные эксперты и личное мнение? Потому что он так жестко ставит какие-то, да, он не сюсюкает там, ну ты подумай, психологи не дают советы, он ему задает вопрос, он говорит, давай отсюда, да. Говорит, нравится муж, уходи, да, вот и это подкупает. И многие психотерапевты как раз с ним не согласны в этом контексте. Если даже сейчас мы даем или делаем рекламу еще лишнюю, да, ну, такую дополнительную этой книге, то наверняка каждый, ну, сам должен прийти все равно к выводу своему, а не то, что говорит Михаил. Как вы думаете? Ну, совершенно верно. Я думаю, что вот этот посыл, да, собери тряпка, возьми, сделай, такой довольно жесткий и честный, он подходит не всем. Но, с другой стороны, мы, ну, часто, когда ты сомневаешься и внутренне готов принять решение, тебе, может быть, и не хватает этого волшебного пенделя, с которого Михаил не вступился. И если другой какой-то психолог, да, будет говорить, а может так, а подумай, и это вообще не давать советов. Они же профессиональные врачи не берут, правильно, давать конкретный совет. Да, они оставляют это решение за тобой. Вот. А Михаил как-то подталкивает тебя к тому, чтобы ты честно себе признал, что это решение давно принял. Но я бы хотела обратить внимание на весь список, на других, если Да, конечно, вот. Я тоже хотела. И что показывает вообще этот список? И он на самом деле вот коррелирует с тем, что я наблюдаю за последние 10 лет, составляя список самых продаваемых. Passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Как быть счастливым, как разбогатеть и как воспитать ребенка. Да, вот, я согласна. Вот я точно хотела задать этот вопрос, потому что «Хочу и буду» Лобковский, 7 навыков высокоэффективных людей – это как разбогатеть, и тайна опоры, привязанная к жизни ребенка. Вот что это такое. Да. А мы не можем, без помощи вообще не можем своим умом уже доходить? Или наоборот, это круто, что мы советуемся? На самом деле, мне кажется, круто, что мы советуемся. Вот за это десятилетие были еще 2 всплеска книг о здоровье. Доктор Мясников выходил на первое место, выходила на первое место Наталья Зубарева со своим вальсом гормонов. И это какой-то такой немножко тревожный сигнал, на мой взгляд. Да, это означает, что люди перестают ходить к врачам и начинают заниматься вот самодиагностикой. Самодиагностикой, какой-то такой странным лечением по аватаркам. Если про воспитание... Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Поэтому мне кажется, что этот список хороший. Он как-то отражает, что мы здоровая нация. Да, да. Ну, а с другой стороны, смотрите, если вы будете анализировать вот пристрастия россиян, вы скоро тоже можете ставить диагнозы, кому где подтянуть, в чем успеваемость, правильно?
Потому что если люди хотят, наоборот, отвлечься и читать детективы или какой-нибудь научпоп, то, конечно, до здоровья им мало дела. Они просто пойдут к терапевту, и тот им все скажет. Сдать анализы и ранняя диагностика после 42. Вот, когда появились рассказки «Антистресс». Ведь они били все рекорды. Все рекорды. Все просто рекорды. Невероятные были продажи у раскрасок для взрослых. И потом еще шли их полгода-два такое эхо, да, когда мы массово вот все снимали стресс рисованием. Мне очень Наталья, интересно, дорогая, что будет в этом году. Абсолютно. Мы к вам вернемся обязательно. Очень рада с вами познакомиться в эфире «Маяка» и будем анализировать ваши списки популярных книг. Наталья Ломыкина, литературный критик, обозреватель «Форбс», была у нас в эфире. Оставайтесь с нами. Это программа «Все сразу». Сейчас новости и новости спорта. В Москве 19:30. Новости. Здравствуйте. В России создадут 6 крупных исследовательских центров в сфере IT-технологий. На эти цели до 2024 года будет выделено 6 миллиардов рублей. Об этом на международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту сообщил Владимир Путин. По его словам, искусственный интеллект – это основа очередного рывка в развитии человечества. Президент отметил, что выпускники специализированных физико-математических школ смогут добиться прорывных решений. Ранее глава государства оценил вероятность восстания машин. Он призвал заранее продумать и купировать риски, связанные с использованием искусственного интеллекта. За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в России за последние сутки составил 18,6 случая. Об этом сообщил вице-премьер Татьяна Голикова. Наибольшие показатели в Татарстане, Карелии и Санкт-Петербурге. При этом я хочу отметить, что ситуация, конечно же, в регионах страны различается, но в среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции. А из чего мы делаем такой вывод? По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23. При этом я хочу отметить, что наиболее интенсивный рост заболеваемости в ноябре отмечен в возрастных группах от 30 до 49 лет. Это рост на 74%. И от 50 до 64 лет, где рост зафиксирован на 68%. В этой связи я еще раз хотела бы привлечь внимание к необходимости соблюдения тех ограничительных мер, которые рекомендованы постановлениями главного санитарного врача и вводятся в регионах страны. Как ранее сообщала глава Роспотребнадзора, Анна Попова, на Москву и Санкт-Петербург приходится 40% от ежесуточно регистрируемого количества вновь выявленных пациентов. В Организации Объединенных Наций предрекли катастрофический 2021 год за последние 75 лет, если страны не предоставят необходимого финансирования. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли. Он отметил, что за последние 4 года в основном из-за вооруженных конфликтов число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло с 80 миллионов до 135 миллионов. Однако из-за ковид число тех, кто буквально движется к голодной смерти, уже увеличилось до 270 миллионов. Полиция обнаружила боевые патроны в машине мужчины, который совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир. Об этом сообщает медиагруппа РНД со ссылкой на правоохранитель. При этом полиция пока не нашла обвиняемого оружия. Также по-прежнему нет указаний на то, что у него был сообщник. Стали известны другие подробности. Совершив наезд, 51-летний злоумышленник припарковал машину и закурил сигарету. Правоохранители задержали его, когда тот стоял у автомобиля. Кроме того, он безработный и в последнее время не имел постоянного места жительства. Во вторник автомобиль въехал в пешеходную зону Трира, в результате чего погибли 5 человек, в том числе маленький ребенок, 18 человек пострадали. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона Хавьер. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, показания барометров достигнут пика в воскресенье 767 миллиметров ртутного столба, что выше предыдущего рекорда 2002 года. Он отметил, что такие показатели будут ощущаться примерно как погружение в шахту глубиной 250 метров. К выходным дням под утро воздух растает до минус 7-10, днем до минус 3-5. На следующей неделе сохранится солнечная и безснежная погода. Ночами морозы усилится до 13 градусов, днем до минус 7. Погода. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, ночью 0, днем до плюс 2. В Москве солнечно, ночью минус.
минус 6, днем до минус 5. Сейчас в столице 3 градуса со знаком минус. Новости спорта. Егор Новиков, приветствую. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня два матча. Один из них уже завершен. Барыс одолел Локомотив 3-1. Ярославцы остались на третьем месте на западе, а казахстанский клуб по-прежнему девятый на востоке. Старт нового сезона национальной хоккейной лиги, по всей вероятности, перенесут с 1 на 15 января будущего года. Как сообщают канадские СМИ, один из вариантов календаря предусматривает, что каждая команда проведет от 52 до 56 матчей в регулярном чемпионате. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился составом женской команды на эстафету второго этапа Кубка мира в финском Контиолахте. Нашу страну представят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Гайшева. Гонка пройдет в субботу. «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга на допуск ограниченного числа зрителей на домашний матч 17-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Уралом». Побывать на этой игре смогут посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Футбольный ЦСКА продлил контракт с полузащитником Кристианом Бистровичем. Новое соглашение хорвата рассчитано до лета 2025 года. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Италии в ноябре. В последнем месяце осени португалец в трех матчах забил 5 мячей. Немецкая футбольная лига определилась с предварительным календарем чемпионата Германии на следующий сезон. Первый тур нового турнира Бундеслиги планируется провести с 13 по 15 августа 2021 года. Зимний перерыв продлится с 20 декабря по 7 января, а матчи заключительного тура в чемпионате Германии состоятся 14 мая 2022 года. Кубок страны по футболу также стартует в августе, а завершится 21 мая 2022 года финалом в Берлине. Джордж Рассел показал лучшее время в первой свободной практике предпоследнего этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Сахира. Напомню, что в этот уикенд британец подменяет в Мерседесе Льюиса Хэмилтона, заразившегося коронавирусом. Следом за Расселом в итоговом протоколе финишировали пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Алекс Элбан соответственно. Россиянин Даниил Квиат продемонстрировал 5-й результат. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи. Нюрнбергский процесс – уникальное событие в истории человечества. Впервые справедливость и правосудие были поставлены выше мести политических интриг. Как трибунал над нацистскими преступниками стал основой современного миропорядка? Как проходил суд и почему его решения до сих пор влияют на каждого из нас? Почему нюрнбергские принципы сегодня оказались под угрозой? Зачем нам говорить об этом прямо сейчас? Ищите ответы на сайте nuremberg.media. Проект предназначен для пользователей старше 18 лет. Сразу вечерняя программа на маяке, ну, вечерняя здесь в Москве, может, где-то она вообще ночная, так, если посмотреть на часовые пояса. И московское время, ух ты, уточню, вот у меня тут в компьютере пропадает, 19:38. И в этот знаменательный момент я спешу объявить о том, что музей современного искусства «Гараж» выпустил бижутерию из отходов от 3D-печати. Сейчас разберемся, что такое 3D-печать, что такое отходы. Я думаю, что это пластиковые какие-то штучки в виде лего. Но все эти вещички, бижутерия, и колье, и серьги, разные там подвески, можно комбинировать друг с другом. Как они выглядят, мы сейчас узнаем у ответственного лица Кати Истратова, руководителя отдела мерчендайзинга Музея современного искусства. Должна быть у нас в эфире. Катюш, не волнуйся, я сама волнуюсь. Каждый раз выхожу в эфир 29 лет подряд.
Поэтому, знаешь, могу тебе посоветовать. Это не операция на глазном яблоке, понимаешь? Вот волноваться, если кому не надо, так это хирургам и летчикам. Скажи, пожалуйста, правда, как пришла вам идея сделать из остатков этих материалов такие украшения? И вообще, почему остатки-то остаются? Добрый вечер, спасибо большое за вопрос. Ага. На самом деле устойчивое развитие – это одна из ключевых ценностей музея современного искусства «Гараж». И нам важно, чтобы наша сувенирная продукция отвечала принципам «upcycle» или «recycle». Таким образом, первоначально Полине, автору проекта «Recycle Object», понравился эффект мрамора при плавке пластика. Так что можно сказать, что проект появился в первую очередь из-за эстетики. Но, с другой стороны, просто отлично, что можно использовать ресурсы, которые никому не нужны и могли бы оказаться на свалке. Так, подождите, на 3D-принтере вы что-то делаете свое особенное, да? Ну, какие-то, ну, функциональные вещи, да? Или тоже мерчендайзинг какой-то? И остается нет, откуда? Смотрите, Полина сама организовала самостоятельный сбор остатков от пластика при 3D-печати. И она, как бы, у нее есть постоянная редакция, с которой она работает в крупной московской студии. Она приезжает туда сама и выбирает эти остатки. Так. И все идут, естественно, навстречу, потому что кто же не хочет поучаствовать в проекте Полины Черповицкой, правильно я понимаю? Да. А сколько Полине лет? Скажи, это новое поколение? Я вот старуха из Иргиль, мне 50, я вообще об этом не думаю. Батарейки кидаю вместе с пищевыми отходами. Ну, это, конечно, тату, но все-таки. То есть это человек какой-то вот реально из того поколения, которое надо. Полина довольно молодая. Я не буду утверждать наверняка ее возраст, но если я не ошибаюсь, ей меньше 30 лет. Вот, я же чувствую это, понимаешь? Это же такое в голову придет только человек, который действительно душой за это болеет и правильно делает. И мы наших детей на это, как говорится, наускиваем, даже слова-то правильного не знаю. А скажи, пожалуйста, какие из себя эти, эти объекты и насколько они дорогие или как они представляются, да? То есть они продаются у вас в вашем магазинчике, да, в книжном вот этом таком отделе мерча, как говорит молодежь. Да, да. Совершенно верно. У нас сейчас это все представлено в витрине. Магазин, кстати, открыт. В отличие от внутреннего пространства, куда можно прийти и выбрать. Я должна сказать, что цена у этих украшений получилась довольно доступная. У нас есть фурнитура из чистого серебра и есть фурнитура из хирургической стали с родиевым покрытием. Вот, например, серебряные изделия, они стоят 3000 рублей. Ну, вот, если мы говорим о серьгах, да. Соответственно, хирургическая сталь, она немножечко дешевле. Ну, там порядка 2000 рублей. И смотри, насколько я знаю, доступно достаточно. И простые формы, да, то есть это может к любому наряду или лаконичному, или наоборот вычурному подойти. Это формы эллипса, ромба, круг, сердце, да, да. Ничего лишнего. Да. Да. Ну, отлично. Я как человек, который себя обрел, вот, кстати, самый первый, вот уже, собственно, у меня вторые сутки, я не на ужин. Значит, на танце могу спокойно это назвать, мне, честно говоря, очень-очень нравится. Французская. Слушай, ну очень хорошо, что ты говорила о том, что музей, к сожалению, музейное пространство закрыто. Кстати, это не у меня телефон звонит, чтобы мои продюсеры меня не ругались. Скажи, Митрофанов, ты совсем одурела, телефон не выключаешь, когда в эфир выходишь. Но мы гостей прощаем всегда, поэтому это рабочие моменты. Итак, музеи пока закрыты, да? Но магазины при музее и кафе, возможно, открыты, да? То есть вам можно прийти? Да. Парка Горького, обновленного нашего любимого, нового, красивого, тусовочного, где открывается каток на днях, я так думаю, уже открылся, да, и все для посетителей. Ну что ж, мы приглашаем, наверное, всех, кто слушает нас на радио «Маяк», и, конечно, москвичей, гостей столицы, это действительно место для того, чтобы его увидеть. И такой вопрос, Кать, как вы работаете, часы работы и какие прогнозы на открытие музея все-таки? Вот как все мы 15 января? Мы очень рассчитываем на эти сроки. Работаем мы с 11 утра до 10 вечера без выходных. Ну, по-моему, это очень удобно. Да, ну и планы вот у вас, ваш мерч вообще всем нравится. Он такой симпатичный, там и карандаши. И обычно приходишь, думаешь, ничего не буду покупать. А потом и сумки какие-то холщовые, и майки. И трусов только вы, по-моему, не продаете. Я-то я обычно предполагаю. Но все-таки большая, да, у вас линейка подарков. И что-то новогоднее, возможно.
Новогодняя коллекция поступает в продажу. У нас уже с этого понедельника. Это будут ароматические свечи очень вкусные. Это будут, понятное дело, украшения. Это будет очень красивая упаковка. Все красиво завернем, красиво упакуем. Большой выбор открыток. Опять же, диффузоры для дома, спреи, ароматы для дома, книги. У нас в общем, все самое необходимое. Уверена в этом. Ну что ж, приглашаем всех в музей современного искусства «Гараж». Ну, пока только на первый этаж, но потом с надеждой, чтобы посмотреть и посетить ваши экспозиции. Спасибо огромное. Катя Истратова, руководитель отдела мерчендайзинга музея современного искусства «Гараж», была на связи. Ну и привет дизайнеру Полине. Я к вам вернусь совсем скоро. Это программа «Все сразу». Все сразу. Все сразу. Так, ну иногда я себе позволяю поговорить о разных средствах, снадобьях целебных. Не то чтобы зелье приворота, хотя уверена, если об этом заговорить, будет вообще отбой. И отбоя не будет от слушателей и СМС-сообщений. Повторите, пожалуйста, что входит в это зелье. Однако дерматологи считают сыворотки одним из самых эффективных средств ухода для кожи. Ухода за кожей. Я просто подумала, слово «сыворотка» у нас новое в нашем лексиконе, ну, наверное, может, лет 5, ну, 7 максимум. Но сейчас узнаем у специалиста Александра Гонт, врач-косметолог. Надеюсь, у нас в эфире. Мы сейчас уточним, что это такое, эта сыворотка. Правильно ли мы это понимаем? Да, добрый вечер. Я на связи. Сыворотка, как по-русски это? Раньше это было экстракт или что это так, чтобы понять всем нам, как говорится, женщинам России, угнетенным женщинам Запада? Угнетенным женщинам Запада это концентрат. То, что называется концентратом, и раньше, в принципе, это было уделом, конечно, профессиональной косметологии, потому что эти концентраты у нас использовались в профессиональных процедурах, как активаторы для каких-то процедур физиотерапевтических, либо под маски. И вот действительно, буквально последние 5 лет это все шагнуло в каждый дом для тех, кто в теме, да, потому что действительно сыворотка – это самое концентрированное, высокоактивное средство, которое лишено каких-то утяжеляющих жировых компонентов. Основная задача сыворотки – пропитать кожу, то есть проникнуть до основного слоя эпидермиса и, соответственно, отдать эти вещества делящимся клеткам. Какие там вещества, которые к нашим клеткам пробираются? Судя по всему, это какие-то витамины? Ну, обычно С говорят. Может быть, все что угодно. Сейчас, опять-таки, такой бум на сыворотки в профессиональных программах и в домашнем уходе. Ну, самый главный компонент, который знают все, это, конечно, гиалуроновая кислота. Правда, в хороших, дорогих сыворотках она в виде соли, гиалуронат натрия, потому что он лучше усваивается, он мельче молекул, он глубже проникает и лучше усваивается. Это, конечно же, будут витамины, но мы знаем, что многие витамины друг с другом не дружат в одной, скажем так, ложке, в одном флаконе, поэтому витамины добавляются в виде микрокапсул или ультрасул, и потом тоже такое модное изобретение, которое пришло из профессиональной косметологии. Но это жидкое, да, что-то, типа масла? Или это в каких-то капсулах? Нет, это гидрогель, такой легенький гель. Просто это настолько, сейчас наука настолько продвинулась вперед, что эти микрокапсулки обычным глазом может быть даже не видно. Вот, они у нас по мере того, как мы наносим сыворотку, они под действием тепла и наших пальчиков, они раскрываются, соответственно, все полезные компоненты, не особо смешиваясь друг с другом, сразу же попадают в клетки кожи, соответственно, питают их. Это могут быть различные пептиды. Сейчас вот эра пептидов. У нас появилось огромное количество. Что это такое? Я одного химика, кстати, мучила в эфире утром в своей программе физики и лирики. Он говорит, я говорю, ну а как же пептиды? Вот сейчас косметология полностью ими там как-то очарована. Он говорит, да! Он так спокойно, он говорит, да, они кому помогают, кому-то нет. Вот такой. Я так удивилась, он еще так с нами как-то бытовым таким языком. А вы что скажете, как косметолог? Почечные белки, да, то есть это белки, которые искусственно, скажем так, создав
нужна ему ЕС с определенной программой. И действительно, если есть потребность, и этот белок попадает как ключ к замку, скажем так, как мишень, да, то, соответственно, он дает очень хороший эффект. И есть пептиды с ботоксоподобным эффектом, в кавычках, конечно, да, то есть миорелаксирующим эффектом. Ну, так, есть чуть-чуть пептиды коллаген-стимулирующие, но они должны быть очень, очень такого хорошего качества и проникать глубоко в дерму, потому что именно там идет стимуляция. Александра, но ключевой вопрос – качество, но мы как-то худо-бедно но можем посмотреть, хотя разнообразие так велико, что сложно самоопределиться, но, может быть, цена, хоть как-то вы нас можете сориентировать, вот дешевле какой цены не может быть хорошая сыворотка? Без, ну, может быть, название эфир, чтобы у нас не заподозрили в рекламе. Но сейчас на рынке есть огромное количество недорогих корейских, скажем так, продуктов. Они, может быть, нормально, не упал какого-то там качества, но, в принципе, в пределах там от 1,5 до 3 тысяч можно подобрать. То есть от 1,5 до 3 тысяч это нормальная, адекватная цена за ту самую сыворотку для ухаживания эконома. Если мы хотим, да, получить просто, скажем так, разглаживающий поверхностный эффект. Если мы хотим, чтобы все-таки у нас был разнонаправленный эффект, то, конечно же, эти сыворотки начинаются уже, наверное, где-то от 4,5 и нет предела. Ой, Александра, страшные вещи вы говорите. Даже придется с вами потихонечку попрощаться. Но буду вежливой. Александра Гонт, врач-косметолог, была в эфире. У нас просто время закончилось нашей беседой. Вам огромное спасибо. От 4 тысяч. Да, и вам, Маргарита. Пока, до встречи. 9 и 11 декабря. Боярские палаты СТД РФ. Премьера музыкального спектакля «Черная книга Эстер» режиссера Евгения Беркович. История о царице Эстер, спасшей еврейский народ, переплетается с событиями новейшего времени. Билеты на сайте мастерской Брусникина. Мастербрус.ком. 16+. Василий Стрельников. Без лишних слов. Родился в Нью-Йорке. С детства мечтал работать на радио. С 18 лет в эфире. Также диджей MTV Россия, отец российского подкастинга. Вот смотрю на свою жизнь и думаю, вроде все, что хотел, сделал. Не все. Пиратское радио на маяке. Ну, не знаю. 3 часа иностранных музыкальных заявок. Прямой эфир в стиле пиратского радио. Стрельников, пиратское радио на маяке. С моим прошлым меня закроют через 5 минут. Пока не закрыли. Пятница, 20:00. Радио без лишних слов. Какой же я поврежденный. А это уже лишнее. Мы можем обезопасить себя и сохранить силы врачей, когда их помощь понадобится кому-то из наших близких. Но для этого мы должны соблюдать простые правила. Дома, когда вода и мыло будут недоступны. Берегите себя и других. Маяк. Спасибо за то, что вы с нами, и те, кто специально настраивается на эту программу и нечаянно ее как-то накручивают у себя на приемнике или так кнопкой, сейчас же не крутят уже этой такой фейдером или с чем-то люди крутят. Но у меня, кстати, такое колхозное радио, одно есть старое, и оно как раз вот крутит. И вообще, последняя рубрика обычно музыкальная, если вы успели заметить за эти пару месяцев, пока выходит проект программы, и я ее очень часто жду с нетерпением, поскольку иногда приходится общаться, приходится, это я с счастливым лицом улыбающимся говорю, со своими друзьями, давними приятелями, музыкантами, прекрасными людьми, которых знаю лет по 20, как минимум. Сегодня это Олег Пунгин, ударник группы «Мумитроль». Олег, ты со мной рядом, где-то, ну, виртуально. Давай. Не то слово, Олежек, дорогой, давай представим и скажем нашим слушателям, что именно сегодня группа «Мумий Тролль», в которой ты счастливо трудоустроен, сколько уже лет? Скажи вот просто эту цифру. Официально?
Да. Ну я же не из бухгалтерии, ну так просто скажу. Я хоть как. С 97-го года мы играем в одной команде. Благодаря его приглашению, чему я безмерно счастлив, и с удовольствием это делаю на протяжении... Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Занятость, не правда ли? Слушай, ты знаешь... Права, ты совершенно точно сказала сейчас, потому что мы, честно говоря, никогда не называли за работу, даже в Олежка, а ты откуда с нами связываешься? Немножко глуховатый такой звук. Это ты в каких-то других городах, нежели Москва или там, я не знаю, Владикавказ? Это такой отвратительный голос у меня, ну, понимаешь? Какая прелесть. Но, кстати, мы должны нашим слушателям сказать, что барабанщики – это вообще бедолаги. Вот самые большие издевательства над басистами. Но барабанщиков очень редко о чем-либо спрашивают. Если это не Томми Ли из Мотли Крю, если это не Фил Коллинз, потому что он стал вокалистом, если не Олег Пунгин из группы «Мумий Тролль». Олежка, ну как называется ваша пластинка? Да, я знаю точно, это называется пластинка... Ну-ка скажи. «После зла». То есть даже до этой лютой пандемии вы уже заранее хотели так назвать? Или как-то попозже пришло название? Вот, честно говоря, я не в курсе, поскольку с барабанщиками обычно... Не разговаривай! Ты понимаешь, что мы писали в тот период, когда у меня родилась младшенькая доченька, Вероника. Ой, какая мимими, так. Да. И тебе не до этого было. Получилось так, да, что ребята отнесли к этому с пониманием, с большим пониманием, ага. Я даже сказал, за что им огромное спасибо. Они мне дали возможность на денек задержаться, чтобы подержать крошку в руках и потом присоединиться к ним уже в студийную работу. Вот так. Ну и студийная работа, это тоже как-то, да, была? Вы разнесли ее по разным студиям в разных городах, судя по всему, и эта удаленка тоже, да, сработала, да, у вас как-то? Или все-таки получилось вот по-старому, по как дедовскому методу? Все получилось как стечение обстоятельств определенных. То есть сочинилось очень много материалов, да? То есть у нас сейчас два свежих человека в коллективе, которые, ну, достаточно плодотворные люди. Свежий, да? Ты имеешь в виду по возрасту? Ну-ка скажи, да, сколько. Да, и по возрасту тоже, кстати. Вот, и что накопилось очень много материала, и поскольку мы были то на гастролях, то просто конкретно приезжали на студию поработать, то решили все это сделать как бы вот в одно мгновение, в один период, пока как бы разогретые, да, грубо говоря. Ну да. И все у нас получилось, и оказалось, что все записано было впрок, что можно было потом только звонить и выпускать, звонить и выпускать, чем мы, собственно, и занялись. Молодцы какие, ребята. Ну, ты знаешь, у нас буквально несколько секунд для того, чтобы поместилась вся песня. Мы выбрали, знаешь, какую? С Алексом, вашим бессменным тоже пиарщиком, да, и единомышленником. Подожди, электро какая-то, угли, как называется песня-то? Господи, прости. Экосистема. Слышишь, экосистема. Для меня этот трек, он первый в этом альбоме. Да. Он больше всех ближе как-то, не знаю, может быть, по моему состоянию душевному сейчас. Ну что ж, Олежек, дорогой, тебя поздравляю, конечно, с выходом нового ребенка. Вот, это всегда намного круче, чем все эти альбомы. И Илюха не даст мне соврать, и все-все-все сотрудники, новые, свежие, старые. Всем большой привет. Надеемся на ваш тур последующий после, да, выхода пластинки. Пластинка называется «После зла». На ней песни новые Лиры и «Тот день, когда». 8 треков, и один из них – та самая экосистема. Целую тебя, Пунга. Люблю вас всех. Сил нет человеческих. Ну и всем привет. Взаимно. Да! Ну и всех целую, Рита. Это программа «Все сразу» и новый «Мумий Тролль». Известие новой песни мне не горячо. И холода нет. И даже нет слов объяснить мою нелюбовь. На радио, твоему шоу на теле, что теперь будет? Разные мы, что скажет экосистема?
Темная ночь. Казаться прекрасною и плясть больше не в теле. Днем страшно, что скажет эта сестра. Когда крупные глобальные корпорации, даже страны, проспали технологический рывок и были сметены с исторической сцены, пояснил президент. Все регионы России подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии в городе Москве. И, как уже сказала, в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны. В этой связи, что важно знать, вне зависимости от того, какой вакциной вы прививаетесь? Первое, что хочу сказать, что речь идет о 42 днях. Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, и поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности. Воздержаться от посещения места с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему. Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться новой коронавирусной инфекцией. Татьяна Голикова отметила, что Владимир Путин поручил правительству и регионам с конца следующей недели начать добровольно. Бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции. Вакцины, по ее словам, будут поставляться в регионы по мере наращивания производства категории граждан, которые будут вакцинированы, в первую очередь определить Минздрав России. Более 12 миллионов россиян было уволено за 8 месяцев 2020 года. На работу при этом устроились 12 миллионов 230 тысяч человек. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о предоставлении работодателями информации об увольнении сотрудников. В документе отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года в России 3 миллиона 144 тысячи официально зарегистрированных безработных. В Москве возбуждено дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса, как сообщил руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Ранее правоохранителями был изучен материал проверки об отказе возбуждения уголовного дела по обращению представителей частной лаборатории о продаже через интернет поддельных справок об отсутствии коронавируса.
коронавируса без реального прохождения медосмотра. Сухогруз кукурузы сел на мель в Каспийском море. Об этом сообщили Интерфаксу в главке МЧС по Астраханской области. Судно следовало из порта Уля-Вран. На его борту были почти 5000 тонн груза. На борту находится 14 человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Планируется, что завтра утром на место прибудет ледокол, который снимет корабль с мели. Повреждений на корпусе нет. На борту запас воды и пищи на 2 недели. Инцидент не угрожает судоводству. Суд в Берлине приговорил к тюремному заключению 92-летнюю Урсулу Хавербек, лишь несколько недель назад вышедшую на свободу после 2,5 лет заключения за отрицание Холокоста. Известная в немецких СМИ как бабушка-нацистка заявляла, что информации о газовых камерах на территории концентрационного лагеря Аушвиц нет ни слова правды. В итоге суд приговорил еще году тюрьмы за отрицание Холокоста в интервью, опубликованном в интернете в марте 2018 года. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем по уничтожению, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Только за период с 41 по 45 годы здесь были умерщвлены около 1,5 миллиона человек. Лагерь был освобожден 22 января 45 года советскими войсками. Этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Грузовой поезд впервые доставит товары из Турции в Китай. Состав расследует по транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом сообщает турецкий МИД. Длина пути составляет 8693 километра. Поезд пройдет через Карс, Тбилиси, Баку и прибудет в Китай через 12 дней. Отмечается, что турецкий состав отправляется по маршруту впервые. Ранее грузовой поезд по этому пути доставлял товары из Китая в Чехию в 2019 году. Официальные курсы валют: доллар 74 рубля 25 копеек, евро 90 рублей 26 копеек. Больше новостей, ранних эфиров и подкастов на платформе «Смотрим» доступны на сайтах «Смотрим.ру» и «Смотрим.рф». Центрового Санкт-Петербурга завтра без осадков, ночью 0, днем плюс 2. В Москве солнечно, ночью минус 6, днем до минус 5, сейчас в столице минус 4 градуса. Tickets if you have any. Thank you for traveling with us.